там только что взрыв был. Это там был, да? И там стрельба была. Я же говорил, что не учение. Всем привет! Сегодня мы ехали снимать для вас новый ролик и видим куча патрулей, то есть куча машин ДПС, штук, наверное, 40 насчитали. Кто-то писал, что видели БТР. И сейчас мы приехали на место событий. Как выяснилось, у нас тут проводилась контртеррористическая операция по борьбе с запрещенной группировкой в России. Вот, и сейчас мы находимся прямо на месте событий. Ну, то есть все уже кончилось, но мы решили выехать, поснимать. То есть это видео не ставим с целью какого-то хайпа, просто в Тюмени. Вот я сколько живу, вижу на самом деле такое впервые. Вот, то есть изначально увидели кучу патрульных машин, кучу разных спецслужб и так далее. Вот, сейчас мы поставляем ролики других авторов. То есть говорю сразу, что это не моя собственность какая-то, просто все видео взяты с интернета. Вот, все это вставим, все вам покажем, что происходило. Вот, и по последней информации, все боевики были обезврежены. А у нас замечательно сработали все спецслужбы. Вот, то есть, кто-то говорит, что их было несколько человек, кто-то говорит, что 9. И, опять же, по последним данным, женщина в хиджабе успела выйти до начала контртеррористической операции из дома. То есть, где были, собственно, обезврежены эти террористы. То, ребята, вот в ближайшие дни нужно быть максимально аккуратными. И, наверное, думаю, не выходить в какие-то общественные места, где большое скопление народа, ничего не делать. Такого лучше отсидеться дома, на самом деле. Вот. Но это, конечно, жесть полная. Такого в Тюмени еще никогда не было. Вот, смотри, покажи, сотрудники тоже едут. Действия снимаем. Смотри, как тачки проезжают. Thank you.